Всем привет! Пришло еще две посылочки. Понятия не имею, что здесь. Не знаю, или буду вылаживать YouTube сразу вот эти вот. Возможно, дождусь остальных и сделаю подборку к остальным. Но все-таки, чтобы себя не, как говорится, простоволосить, да? Вот. Снимаю, чтобы... Можно, если будет плохой товар, чтобы открыть спор. Кстати, всем это советую, даже на обыкновенный телефон, не имеет никакого значения, на что будет снимать. Тогда будет китайцы видно, что вам прислали плохой товар, и вы сможете всегда вернуть денежку. Так, вау! Вау, это то, что я ждал, я не думал, что так быстро. Это микроскоп, сейчас, с этим пока. Ой, это чё? Это не моё, что ли? Сейчас, секунду. Что-то не пойму, что это, если честно. А, всё. Всё вспомнил. Извините. Да, действительно, я заказывал. Для линз. Вот. Есть такие разные прибамбасы. Есть для жидкости, чтобы линзы останавливать. И две коробочки для линз. И зеркальце. Думаю, это будет очень удобно. Стоит на копейки вообще, там, не помню точно, по-моему, где-то 90 центов, что ли, в таком где-то районе. Не помню точно. Даже пинцетики есть маленькие, видите? Вот. Так что это полезная вещь. А, да, это не для себя, это я заказывал для своих девчонок. Потому и розовые. Не подумайте, что у меня что-то не так. Так, а вот это я вам сейчас покажу. Мы продолжим. Так, есть такая подставочка. И вот эта штука снимается. Если вы хотите посмотреть так, то есть включаете свет, да, и вот сюда глазом прикладываете и смотрите. Ну, для мобильного, конечно, это штука. Сейчас я ее обратно застегну. Вот она просто так вытягивается сюда. Тут нарисовано, что должна подниматься. Вот, стрелочка такая полукруглая. Но это не так. Она таки просто засовывается и просто вытягивается. Так, ладно. Ну что ж, давайте вцепим на какой-нибудь или телефон, или планшет. Вот, и попробуем на что-нибудь посмотреть. Даже на мои орхидейки, где там она была больная. Сейчас посмотрим. Цепился я к планшету. Дальше, скорее всего, будет видео отсюда снято. Какой там будет звук, не знаю. Ладно, посмотрим. Отцентрировал, чтобы было посерединке более-менее. И посмотрим, что оно... Ага, да, забыл сказать. Вот здесь есть... Вот здесь вот. Не вот это колесико, а здесь сбоку вот. Еще одно. Это... Боже, как это? Вот это колесико второе для увеличения резкости. Ну, для... Приближение удаления. Сейчас мы его протестируем, посмотрим, что у нас получится. Так, ну вот, видим. Вот такие полосочки на орхидее. Здесь что-то есть. Я тут еще не в общем, говорится, разбирался. Сейчас покажу, тут ранка есть такая на листочке. Как бы поймать-то. А, вот она. Вот. Вот, видите? Сейчас вам покажу еще одну орхидейку. Вот. Сейчас, так, да. Вот здесь что-то есть. Вот, и вот здесь какая-то. Ну, букашек, таракашек я пока не вижу, слава богу. Да, кстати, скоро выпущу видео по этим орхидеям. Кое-что изменилось после пересадки.
Я, если честно, даже сам не ожидал. Так, давайте пока посмотрим еще одну. Вот такая штука на второй орхидее есть. Ведь тяжеловато удержать на одном месте. Поэтому столько все приближать, но, кстати, 90-кратное приближение. О, и вот здесь какая-то штука есть. О, вот так хорошо. Много резко установили. О, поймал мурашку. Покалечил, пока ее тут ловил. Ну, вот такие вот они. Даже немного волосатые. Сейчас покажу вам еще одну букашку-таракашку, которая у нас на деревьях живет. Жизни, блин, не дает деревьям. А видите, еще шевелится. Ну, вот так лучше видно. Вот смотрите, вот эти гады не дают жить, клещи. Вот они. Кстати, вот эти мурашки, их в обиду не дают, они их доят. И сладкую такую выделяют, да, и эти мурашки их доят. Так, ну что ж. Микроскопом я доволен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик возле подписки, чтобы вас всегда знали, когда выходит мое новое видео. Вот такие сегодня подсылочки. Всем пока. Пока-пока.